644 случая заражения COVID-19 с начала пандемии. Это 40 новых случаев за неделю. Выздоровели 550 краснокамцев. По состоянию на 10 декабря 92 человека лечатся на дому, двое госпитализированы в инфекционную больницу Нефтекамска. Продолжается самоизоляция для граждан старше 65 лет и для людей с хроническими заболеваниями. В социальных сетях ВКонтакте на странице «Башкирия. Новости Уфы и Республики Башкортостан» вы можете посмотреть онлайн-лекторию с Российской политической партии «Единая Россия» для граждан старшего возраста. Ну, действительно, вот я сама принимала участие, смотрела. На многие вопросы, вот я, например, как житель, получала на них ответы. Рассмотрены меры поддержки старшего поколения, вопросы о здоровье пожилых людей, по профилактике коронавируса для старшего поколения и многие-многие другие вопросы. Администрация просит жителей бережно относиться к своему здоровью и не покидать свои дома без необходимости. За помощью обращаться в волонтерский центр. За неделю добровольцы оказали помощь в приобретении продуктов и товаров первой необходимости 7 краснокамцам. Кроме того, они же помогают медикам в доставке лекарств больным COVID-19, проходящим лечение на дому. По поводу выдачи лекарственных средств пациентов с новой коронавирусной инфекцией на сегодняшний день выдано 62 пациентам, выписано. Хочется поблагодарить волонтеров, чтобы за помощь оказанную. В завершении брифинга еще раз предупредили предпринимателей о необходимости соблюдения норм и правил, предписанных Роспотребнадзором. Рейды по торговым точкам продолжаются. Так, за неделю было проверено 15 организаций, составлено 23 протокола. Анастасия Тимирбаева, Сергей Мешков. Информационная программа «Время новостей».